Вот испытал мотоблок, увез первую партию мусора, проверил сильно, чтобы не нагружать. Естественно, весь сразу не сложил, можно было и весь сразу сложить. Вот, проверил, все прекрасно, съездил. Вот, пока ворота у нас открыты, вот товарищи решили погулять. Вышли у меня все, именно гуси, утки не выходят. Вот, пощипают, сейчас опять народ будет пугать, если народ будет ходить. Вот, на пруд-то смотрят, а купаться не лезут. Ну, во-первых, вода холодная, но их это не смущает, а вот что-то их останавливает, они в прошлом году не купались. Но здесь лед, но там дальше льда уже нету, в принципе, могут залезть. Вот. Ну, пусть пока здесь поковыряются, я не против. Вот, далеко они все равно никуда не уйдут. Утки тоже не гуляют, по крайней мере, я пока не вижу, чтобы они выходили. Вот. Захотят, сами залезут в воду, искупаются. Все-таки это поинтереснее, чем в корыте, чем в канистрах, в ведрах и в тазиках купаться. Вот. Вот один. О-о-о-о-о. Пошли, 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 пошли. Пошли. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно. Вот. Один покупался. А вот, кстати, вожак не залазит. В прошлый год я их специально загонял. Их. Они вдоль берега проплывали и обратно. И в этом году, видите, вожак подошел, посмотрел и не залазит. Значит, что-то его смущает. Гуси у нас птицы умные, поэтому они просто так не будут чего-то опасаться и так далее. Вот. Ну, трава, которая выходит, поедят сейчас. Вот. Главное, вышибала, пошел к воде. Ну, тоже не залазит. Можно их загнать, просто зачем? Они на свободе, так скажем, сами решат, нужно им это или нет. Вот. Пугать мы их не будем. Вот что-то дергают же, что-то ищут. Вот там тоже уже подальше пошли. Сейчас, как, наверное, как в прошлый год, они прогуляются до угла, развернутся и обратно. Вот у нас главное гуси-гусыня. Самые старшие, мы их когда брали, им уже было, по-моему, 7 или 8 месяцев. Вот, а всем остальным было 5 месяцев. То есть они у нас самые старшие, самые главные, родители. Вот. Детей вывели погулять. Сейчас погуляют, вернутся обратно. Единственная дорога, конечно, здесь убита, сплошная глина. Вот. Ну ничего, справимся. Ищет. Не факт, конечно, что залезет купаться. Но вот что-то там ищет. Видите, прям туда голову опускает. Тут что-то находит, видимо. Вот. Вот. Главное, чтобы сами залазили. Потому что они же сами знают, что им нужно. Далеко они все равно не поплывут. Насчет того, что здесь щука есть, но я думаю, что она не будет нападать. Их тут немаленькое количество. Хотя, кто знает, что у щуки на уме, если я не знаю, что у птицы на уме. Вот, по крайней мере, искупаются сейчас. На территорию сами зайдут, когда захотят. Курицы я не упускал. Поэтому, боюсь, если даже утки придут, тоже купаться. Никто их не тронет. Если кто-то тронет, трону я. Вот. То есть у нас все в этом. В плане просто вот видите, проплывает тихонько, отгребается. Ну там же тяжело заходить. Единственная проблема, у нас тут мусора много. Никто не чистит, я пока тоже не чищу, чтобы народу тут поменьше было. Вот. Так, так как еще вода сейчас прибыла, то есть пруд был примерно вот до этих кустов летом, когда все обмелело. Вот. Вода прибыла, так сейчас можно здесь покупаться. Вот так вот это все красиво происходит. Вот видите, все разом залезли. Вот вроде не купался, а крыльями машет.
посмотрим, пусть гуляют.